Сразу 5 режиссеров работали над новым сериалом «Токжан», премьера которого состоится в эфире КТК уже ровно через неделю. Авторы предлагают зрителям заглянуть по ту сторону телеэкрана, увидеть, как работают журналисты и какие кипят страсти во время съемок. В сериале задействованы десятки локаций, реальная телевизионная студия, специально отстроенные павильоны. Альбина Онербаева побывала на съемочной площадке. Съемки сериала «Токжан» подходят к концу. Над ним работала огромная команда. Это история об успешной телеведущей, которой предстоит заново подниматься по телевизионной карьерной лестнице. «Токжан» понижает должности новый директор. Ей поручают вести непопулярное ток-шоу. Но благодаря профессионализму героини удается вновь добиться славы и высоких рейтингов. Помогают ей в этом верные коллеги. Один из них – журналист по имени Бостандык, которого сыграл начинающий актер Ермек Шинбулатов. Парень рассказывает, у его героя совсем непростая жизнь. У него семейные сложности, как у любого человека, я считаю. Но у него почему-то очень сложная жизнь. Фанатеет от своей профессии. Он прям любит свою профессию. И его чрезмерное любопытство, я думаю, сподвигло, что он стал прям журналистом. Нравится это то, что мы сейчас, так сказать, рассказываем о нынешней ситуации. Перед тем, как приступить к этой работе, я сам старался смотреть фильмы, читать больше. Чем вообще, что такое журналистика? Так как первый раз с этим столкнулся и, честно говоря, это очень сложно. Авторы вложили огромные усилия в создание декораций. В двух павильонах художники-постановщики построили несколько квартир. Отличить эти комнаты от реальных практически невозможно. Декорации мне здесь очень нравятся, все помогает, как будто мы действительно находимся в квартире или же там в офисе. Над сериалом работали сразу две съемочные группы. Все это делалось для того, чтобы съемочный процесс шел быстрее. Авторы уверены, история «Токжан» не оставит зрителей равнодушными. Изначально как сериал, как эксперимент для режиссеров, потому что нас на протяжении 70 серий 5 режиссеров. И была задача не выбиваться из общего контекста, из общей стилистики. Очень много локаций по городу. Это, конечно, очень трудно, но в визуальном отношении это очень интересно. Мы старались максимум показать жизнь. Оценить реалистичность декораций и игру актеров зрители КТК смогут уже 14 февраля. Сериал «Токжан» будет идти с понедельника по пятницу в 17:00. Посмотреть его можно и на нашем YouTube-канале. Альбина Онербаева, Фарид Якупов, КТК, Алматы.